Міжнародний валютний фонд попередив Україну про можливу відмову в наданні кредиту у випадку провалу податкової реформи і бюджету 2016, раніше погоджених з фондом. Наскільки серйозні ці заяви та чому досі не прийнято держбюджет? Про це та інше поговоримо з нашим гостем Сергієм Буханцем, фахівцем з економічних питань. Вітаю вас, пане Сергій. Здравствуйте. Взагалі-то перше питання. Чи ці погрози від МВФ, вони дійсно такі серйозні? Ну, как мы уже видим на практике, МВФ работает с нами только в формате угроз. То есть мы всегда, как студенты, в последний момент принимаем какие-то решения для того, чтобы выполнить то или иное требование МВФ, по которому стоит дедлайн определенный. Конечно же, что если дедлайн этот не будет выполнен, но будет видна тенденция к исполнению этих требований, дедлайн перенесут, и, соответственно, срок исполнения этих обещаний нам предоставят возможность такую, если это связано с техническими вопросами. Как правило, все требования МВФ мы выполняли, потому что мы заинтересованы в этом, и предстоящее требование из числа тех же. Поэтому я совершенно не имею опасений по поводу того, что эти требования не будут выполнены или потому что там МВФ заблокирует финансирование. На самом деле депутаты наши настроены решительно. Вчера они сидели допоздна в Верховной Раде. И их оттуда не выпускали для того, чтобы они продуктивно работали. И мы надеемся, что до конца этого года все вопросы будут решены. В каком формате, будет ли это окончательно устраивать все стороны или нет, но компромисс, мне кажется, будет найден. То есть эти погрозы только для того, чтобы пришвидшить наш процесс. А кредиты, они все равно будут надаваться, если раптом щось не так піде, ми там затримуємо там ухвалення бюджету і так далі. І все одно надалі буде співпраця з МВФ, так? Да, конечно. Это практика была при работе нашей с Евросоюзом. Переносились рассмотрения каких-то вопросов ввиду того, что парламент ну просто технически не мог принять каких-то решений и обещал их принять там на ближайшей сессии и так дальше. Либо созывалась специально внеочередная сессия. То же самое и в вопросах финансирования. Мы не раз попадали в такую ситуацию, когда действительно, мы выполняли эти требования чуть-чуть с опозданием, либо прям в срок, либо там один день-два всего лишь была погрешность. То есть здесь будет точно так же. Проблемы я не вижу. А чому зараз затримується ухвалення держбюджету і податкової реформи? На самом деле, это самые спорные, самые болезненные вопросы во все времена в любом парламенте Украины, потому что это касается денег, это касается распределения бюджетных средств, сфер влияния. И, опять же, здесь очень хороший повод попиариться и заняться популизмом. То здесь эти вопросы болезненные с точки зрения вот политических моментов. Есть разные варианты налоговой реформы, разное видение, соответственно, бюджета. И есть противостояние определенное между кабинетом министров, Верховной Радой. Очень политизированы эти вопросы. Тут еще компромисс не знайдено, поэтому пока не найден компромисс, это противостояние будет наблюдаться до самого последнего момента, когда уже дядя сверху не скажет, все, хватит, иначе точка. Вот этого момента как раз этот момент и позволяет надеяться на то, что решение таки будет принято и компромисс таки будет найден. Если бы у нас не было вот такого внешнего стимулятора этой, решения этой проблемы, то, может быть, она затянулась бы, мы вошли в Новый год без бюджета и могли продлить еще дольше это состояние, но у нас нет такой возможности из-за того, что мы очень зависимы в данной ситуации от МВФ. Какие найсуперечливіші питання, можливо, по яким ніяк не зможуть знайти компроміс? Ну, сейчас самые сложные вопросы касательно налоговой реформы. То есть есть очень жесткая позиция Министерства финансов, есть очень ясная позиция депутатов, по вопросам, которым они не соглашаются, не договариваются. То есть депутаты все-таки выступают как от лица народа с попыткой дать какие-то возможности бизнесу. А та налоговая реформа, которая предлагается Министерством финансов, по мнению многих, она убивает бизнес. Но она выполняет те требования МВФ, которые закладывались. Соответственно, здесь и существует это противостояние, что где найти баланс. Либо убить бизнес, как говорят, ну понятно, что это не в буквальном смысле, но создать ему большие трудности, либо выполнить требования МВФ. И вот где-то серединка в этом будет найдена. А какой будет третий транш? То есть первый был
5 мільярдів доларів, другий – 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Яким буде третій? Щось відомо про прогнози? Ну, ми на этот год ожидаем порядка 15 мільярдів. І от ті транші, які ще залишились, там у нас, це, по-моєму, 2 транші по 1 мільярду 700. І это в смысле программы предусмотрено порядка 15 миллиардов, но в этом году мы ожидаем еще 2 по 1 700 000. Состоятся ли они в ближайшее время, либо нет, ну, время покажет, это как раз и есть тот стимул, который понуждает наших депутатов думать быстрее, договариваться срочнее и закончить решение бюджетных вопросов. Это та ниточка, за которую дергает МВФ. А на что идут эти кошты? Те деньги, которые мы ожидаем, они предназначены для стабилизации финансового положения Украины, чтобы выйти на внешние рынки заимствования. Как известно, когда утверждалась программа финансирования МВФ, мы располагали надеждами на 15 миллиардов со стороны МВФ прямых заимствований и порядка, общая сумма там всех заимствований от других доноров, там, точнее кредиторов, порядка 40 миллиардов. И вот эти деньги направлены на то, чтобы стабилизировать возможности Украины выходить на внешние рынки заимствования и по-прежнему ожидать получения дополнительных средств, которые будут направлены на различные инфраструктурные проекты. Там Мировой банк, ЕБРР нас финансируют, германские инвестиционные фонды и так далее. То есть другие крупные структуры, которые направляют те деньги на конкретные проекты в Украине. Если мы все выполняем так, как хочет МВФ, когда нам ожидать этот третий транш? Я думаю, что это в наших интересах, и проблема не в МВФ, а в нас. Поэтому, если это не произойдет в этом году, ну и технологически, возможно, будут какие-то сложности, то в первых там неделях следующего года, я думаю, что мы можем на это рассчитывать. Как вы считаете, взагалі-то ця фінансова підтримка від МВФ, вона може врятувати нас від дефолту? На самом деле ситуация... Чи навпаки, вона може нас втягнути? С экономической точки зрения, конечно же, мы погружаемся в долговую яму. И рано или поздно дефолт – это был бы для Украины выход из этой ситуации и возможность оздоровить экономику для того, чтобы начать все с чистого листа. Но мы пока сейчас к этому не готовы. И дефолт зимой объявлять ни в коем случае нельзя. То есть если и надо было объявлять дефолт, то нужно было нам это делать летом, когда стоял вопрос выплаты по долгам российским этих процентов. И тогда это была более или менее подходящая ситуация, потому что не было отопительного сезона, не было закрытия бюджетного года, не было тех сложностей, которые возникают в зиму, как обычно, перерасход различных, в различных направлениях. Поэтому дефолт экономически целесообразен, и нужно его запланировать на какое-то время ближайшее. Для того, чтобы, когда уже наметим, экономика предполагается подниматься, чтобы у нас это была возможность развития. Но дефолт в сегодняшней ситуации, мне кажется, МВФ не позволит. Потому что здесь все-таки это глобальная игра, это глобальная политика. Здесь как раз работают не экономические факторы. И здесь интерес акционеров, скажем так, МВФ или основных доноров стран, это Германия, США, Япония, Великобритания, Франция, это война с Путиным, то есть на политическом фронте. Если сейчас у нас возникает преддефолтовое состояние и выигрывает Путин, то МВФ по политическим соображениям этого не допустит. До речі, нещодавно в політиці Міжнародного фонду були такі зміни, що все одно вони будуть надавати кредити країнам, яких буде дефолт нашої ситуації. Це стосується саме української. Вони теж будуть з нами співпрацювати. Конечно, совпало так, что МВФ приняло решение в преддверии выплаты нами долга по российским долгам, порядка там по российским облигациям, еврооблигациям, которые держит Россия, порядка 3 миллиардов долларов. И в начале декабря МВФ интриговала своим решением признавать этот долг суверенным, либо признавать этот долг коммерческим. И когда все-таки оно признало, МВФ признали о том, что этот долг является государственным долгом, и его нужно платить, тут же они приняли решение, как палочку-выручалочку, изменили свои правила предоставления кредитов, которые ранее не позволяли им при наличии суверенных долгов, непогашенных, кредитовать должника, то сейчас они дали такую возможность Украине в том числе,
продолжать кредитоваться при условии, что должник добросовестно исполняет свои обязательства перед фондом, при условии, что он пытается договориться со своим кредитором и ведет конструктивные переговоры, ну и при условии того, что основные доноры Международного валютного фонда не будут против такого продолжения кредитования. То есть это те страны, о которых я сказал, они как раз и не против помочь Украине, чтобы не помогать Путину добить ее. Поэтому здесь ситуация выглядит, как будто бы это сделано специально для Украины, но чиновники МВФ говорят о том, что эта ситуация у них назревала давно, и в 2014 году у них была запрограммированы эти изменения, они были связаны с Китаем, потому что Китай в своем регионе доминирует, и очень много маленьких азиатских стран ему должны деньги, и тоже они попадали в такие санкции, когда не могли кредитоваться у МВФ, имея долги не погашенные перед Китаем. И, возможно, наша ситуация, она проскорила, так? И наша ситуация, она была не специальная, но она как дала повод ускорить эту реформу МВФ, что, в принципе, сейчас мы наблюдаем, сыграла в нашу пользу. Зрозуміло. Дуже дякую, пане Сергію, за цікаву розмову. Про можливе заморожування програми кредитування для України від Міжнародного валютного фонду ми розмовляли з Сергієм Буханцем, експертом з економічних питань.